Анонс и точно дата выхода 8 серии 3 сезона сериала «Новенький». 8 серия сериала выйдет на интернет-площадке «Старт» 21 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Рябов готов перевернуть всю Москву, чтобы найти пропавшую дочь, а подполковник Красникова в поисках новых улик. Там ли они ищут? Максим дерется с Егором из-за Сони. Михей получает в нос от Василевского за то, что он назвал Леру шлюхой. В воспоминаниях показывают, как Василевский встречался с Лерой в Москве. Он привез ее вещи, но она даже не пустила его за порог квартиры. В настоящем состоянии Леры ухудшается. Ксения и отец Леры подозревают Василевского, так как он пытался скрыть факт встречи с Лерой в Москве. Рита продолжает ссориться с отцом и идет в церковь к Алине. Напомним, 8 серия сериала выйдет на портале «Старт» 21 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.